You have the word milk. Допустим, слово молоко. Yeah. Like the milk of human kindness. Можно сказать молоко, давайте скажем молоко человеческой доброты. Yeah. Nice word, right? Хорошая фраза, словосочетание. But in another place. Но в другом месте. You have the word. Есть место, есть слово молоко. The land of milk and honey. Земля молока и мёда. From the Bible. Из Библии. So I have two places that have the word milk. Поэтому два места, где говорит, где есть слово молоко. Naturally, you would say no connection. Естественно, бы мы сказали, нет. Just because the word milk exists, maybe no connection. Мы бы сказали, нет никакой взаимосвязи, даже если есть это слово молоко в обеих вариантах. But. Но. With gzera shava. Если с пизут метод gzera shava. These two places are connected. Эти два словосочетания, эти два стиха взаимосвязаны. And you can connect them because the same word appears in both places. Потому что одно и то же слово появляется в обоих стихах. In other words, the concept is that the Holy Spirit connects things by the use of the same language. Или же другими словами, Дух Святой соединяет вместе какие-то вещи, используя один и тот же язык. And we have a very wonderful, very difficult example. И у нас есть очень замечательный пример и очень сложный. In the Gospel of Matthew. В Евангелии от Матфея. In the Gospel of Matthew. В Евангелии от Матфея. We read. Мы читаем. Let's go to the Gospel of Matthew. We have many examples here, but. Здесь много примеров. Matthew chapter 2. Матфея, вторая глава. And we'll read verse 14 and 15. 14, 15 стихи. Он, One, two, three. Read. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего. Okay, out of Egypt have I called my son. Из Египта возвал я сына моего. And Matthew says. И Матфей говорит. That the return of Yeshua with his family from Egypt at the death of Herod is a fulfillment of out of Egypt have I called my son. И Матфей говорит, что это исполнение пророчества. По смерти Ирода, возвращение Иисуса и его матери. However, однако, if we go to Hosea, если мы откроем Осию, and see the context of which these words are taken, и посмотрим на контекст, откуда взяты эти стихи. Matthew is quoting Hosea. Матфей цитирует Осию. And Hosea chapter 11. Осия 11 глава. Verse 1. Первый стих. So let's read. Давайте прочтём. На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн. Я любил его и из Египта вызвал сына моего. Keep reading. Звали их, они уходили прочь от лица их. Приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, и они не осознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюстей их,
и ласково подкладывал им пищу. Okay. The context is not so complimentary. И контекст этого стиха не такой приятный, не комплименты это. It's dealing with idolatry. Тут все взаимосвязано с идолопоклонством. It's not a compliment that out of Egypt have I called my son. Это не комплимент, что из Египта я вызвал сына своего. How is Yeshua and Joseph and Mary coming out of Egypt connected to this prophecy of Hosea? Каким же образом выход Иосифа, Марии, Иисуса из Египта взаимосвязан с этим стихом Иосии? You understand? It's not connected. It's not connected. Here it's talking about the nation of Israel. Нет никакой взаимосвязи. Здесь говорится о народе израильском. It's talking about the nation of Israel coming out of Egypt and worshiping Baal. Здесь говорится о том, что Израиль выходит из Египта, но они поклоняются Ваалам. It's not talking about a little baby, a father and a mother, the Son of God coming out of Egypt. Здесь не говорится о папе, маме и маленьком сыне, который выходит из Египта. My son here is not an issue of a compliment. It's talking about the nation of Israel, not about a child. Здесь, когда говорится мой сын, это говорится о народе, а не ребенке. Do you see the problem? Видите ли вы проблему? The words don't fit the occasion. Можно сказать, слова не соответствуют действительности, событию. They only fit the occasion. Они только могут тогда соответствовать событию. On the basis of Gzera Shava. На основании Gzera Shava. It's a midrash. Это мидраш. Yeah. It's a midrash that takes the words "my son" Это мидраш, когда берут слова "мой сын" and "out of Egypt" из Египта and connects two things that have no natural connection, no logical connection with one another. И взаимосвязывают эти две вещи как вообще в естественном порядке, там нет никакой логической взаимосвязи. And by doing this, there is connection in the system of Gzera Shava. Because here it says Egypt, and here it says Egypt, because here it says my son, and here it says my son, there is a connection. Но только когда мы используем метод Gzera Shava, только тогда есть взаимосвязь. Потому что и там есть Египет, и тут Египет, и там есть сын, и здесь есть сын. Yeah. The words connect with each other without including the context. И эти слова взаимосвязаны друг с другом без контекста, если мы не будем включать контекст. You understand what I mean? Вы понимаете, что я имею в виду? This is a midrashic method. Или это метод мидраш. And the New Testament is full of it. И в Новом Завете много таких мест. And rabbinic Judaism is full of it. И в раввинистическом иудаизме очень много такого. It's one of the main methods. Это один из основных методов интерпретации. We see this in so many places throughout the New Testament. И это очень часто мы видим во многих стихах по всему Новому Завету. I showed you before from Mark. Раньше chapter 1. Показала на основании Марка первой главы. But I could show you over and over again the same phenomena throughout the New Testament. Такой же феномен во всём Новом Завете. Let's look at a few places from Luke. Давайте еще пару стихов из Луки посмотрим. Luke chapter 2. Луки, вторая глава. I know it's a little bit difficult to get into it, but не знаю, что немного трудно понять это. But it'll help you understand the New Testament if you can understand this principle. Это поможет вам понять. And if you don't understand it, please ask questions. Если вы этот принцип поймете, если не поймете, тогда задавайте вопросы. So we are going to look at Luke chapter 2, verse 23. Луки, вторая глава, 23. Let's read from 22.
С 22 стиха давайте посмотрим. Now when the days of purification according to the law of Moses. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, освежающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горницы или двух птенцов голубиных. All right. We have here a description of what Joseph and Mary did with the baby. Здесь описание того, что Иосиф и Мария сделали с младенцем. They brought him to Jerusalem. Они принесли его в Иерусалим. When the days of purification was over. После завершения дней очищения. Right? Да. How many days for a boy? How many days for a boy? Сколько дней должно пройти для мальчика? Восемь – это circumcision, это обрезание. Восьмое обрезание. Purification. Очищение. 33. And for a girl? А для девочки? 86. For a girl, much more. Для девочки намного больше. Because girls are better. Потому что девочки лучше. But there is no equality. Но нет равенства. They're better, but there is no equality. А? No equality. No. For boys, 30 days, 33 days. For girls, much more. How many? 80 days. Для девочек 80 дней. Yeah. So it's double, more than double. Больше, чем в двое раза. So don't ask for equality. Поэтому не просите равенства. Нету равенства здесь. Yeah. You're better off. If you would be equal, you'd be less. You have to come down to be equal. То есть the girls are higher. То есть, девочки smarter. Как бы выше, как бы умнее по количеству дней даже. So if you want equality, you have to come down to our level. Если вы хотите равенства, то вам нужно спуститься ниже на наш уровень. Yeah. На уровень мальчиков. Okay. So we have here this text that he brings at verse 23, as it is written in the Torah of the Lord, every male who opens the womb shall be called holy to the Lord. Как тут сказано, как приписано в законе, чтобы всякий младенец мужского пола, разрезающий ложесно, был посвящен Господу. And he brings that from the Torah. И это он from Exodus 13. Говорит из Торы, из Исхода 13 главы. If you open in Exodus 13, verse 2, если откроем Исход 13:2, you will see the problem. То вы увидите проблему. Exodus 13, Исход 13, verse 2. Стих 2. Второй. And the Lord spoke to Moses, saying, consecrate to me all the firstborn, whoever opens the womb among the children of Israel, both man and beast, is mine. Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесно между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они. So here is talking about every male. Поэтому здесь говорится о каждом первенце мужеского пола. Not specifically about Yeshua. В частности, не только об Иешуа. Every Jew. Каждый еврей. Every Israelite. Каждый израильтянин. Should be consecrated the firstborn. Должен осветить первенца. So how can Luke say? Почему же Лука говорит? That they present as it is written in the law of the Lord, every male who opens the Lord, and to shall be consecrated to the Lord. Why is he bringing this text? Почему Лука ссылается на этот текст? Because he's associating the word holy with Yeshua. Do you understand what I mean? The word holy is used here by Luke, and it is used also in Exodus, and he wants to say that Yeshua is special, Yeshua is holy. So he brings this verse to show
that Yeshua is holy, he is not taking the context of Exodus. Do you understand what I mean? He's only using the words. Wait a second, because in Russian it doesn't say to sanctify, but to dedicate. It's different. To dedicate. No, yeah. It says to dedicate and. In Russian, yeah. What does it say? It doesn't. There's no word such word as holy in here. It doesn't say shall be called holy or sanctified. No. What does it say? Dedicated for someone. In like both places. Нас говорится, был посвящен Господу, да? In both places, look at the Exodus, what does it say? The same word in Exodus? На Луки говорится, посвящен. А в Исходе что говорится? Какая глава? 13, да? Освящен. Получается, у нас даже разные слова используются. На самом деле, So in Russian you cannot do Gzera Shava. Поэтому в русском языке мы не можем провести Gzera Shava, потому что у нас потому что в одном месте освяти мне, а в другом месте посвяти. Это разные слова вообще. Similar, похоже, but not the same. Но не то же самое. Yeah. Но на английском освящен. Let's look at another example then. Maybe we'll find. Давайте look at Luke. Chapter 3. Давайте другой тогда пример. Луки, 3 главу. Chapter 3, verse 4. 4 стих. Yep. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым и сделайте стези ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». All right, already we saw this text in Mark, a parallel text in Mark. Такой же параллельный отрывок есть в Марка. The same as this. This is a little look expands it a little more. Можно сказать, тот же отрывок, только он расширенный. Yeah. But the voice crying in the wilderness. И здесь глас вопиющего в пустыне. Yeah, is connected with John the Baptist crying in the wilderness. Относится к Иоанну Крестителю как глас вопиющего в пустыне. That's why he's bringing the text. Поэтому он этот текст делает ссылку на этот текст. Let's look at another one. Давайте еще другой. From John chapter 6, verse 31. Иоанна 6, 31. Maybe did we look at it already? Manna, yeah. We looked at it. We looked at it already. Мы смотрели уже его, да, с манной, хлебом. Let's look at another one. Давайте другой. From Romans. Римлянам. 3:10. 3:10. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, да одного негодный, нет делающего добра, нет ни одного. Yeah. Гордань. You know, there is a list in Romans chapter 6, there is a list. Это перечисление идет. In Romans 3, there is a list of passages that all say the same thing. Everybody sinned. Можно сказать, тех стихов, разных стихов, и суть основная, все согрешили. And there is a list of quotations. И это перечисление цитат разных из Писаний. A very interesting list. Очень интересный список. Paul makes a midrash. Павел делает мидраш. By using a chain of texts. Использует целую череду стихов. Yeah. And he quotes from the Torah. Он цитирует Тору. From the prophets, пророческие книги, and from the psalms, и также из псалмов. This is the strongest case. Это самый сильный пример. You can bring example from the Torah, from the prophets, and from the psalms. It makes the strongest case. Когда вы берете пример из Торы, из пророков, псалмов, и будет самый лучший пример. In other words, all these texts say the same thing. Или же все эти стихи говорят об одном и том же. That man is a sinner. Что человек грешник. And that he cannot fix this problem alone. И что он сам не может эту проблему исправить. And there is no exclusion. И что нет никакого исключения. But he uses these texts from different settings. И он взял эти стихи из разных книг. And only because the word sin or iniquity exists in the text, he feels that he has a right to list them. И только из-за того, что в стихе, в разных стихах было слово нечестие, либо грех, поэтому он посчитал нужным процитировать их. Do you understand the Gzera Shava? Вы понимаете Gzera Shava? You have two things
A very good example is the Midrash on stones. Еще один exist several places in the New Testament. Еще один хороший пример Мидраш о камнях. Stones. Камни. Every place that it talks about the stones. Всякий раз, когда говорится о камнях. Both Paul. Как Павел говорил. And Peter. Петр говорил. Collect. Они все это собирательный образ такой. Because it says stone, they collected. Let's look at the one from Peter chapter 2. 1 Peter 2. 2 Петра, 1 Петра, 2 глава. Maybe that's a good exercise. Может быть, это хороший пример будет. That I didn't list in my book. Чего я не упомянул в моей книге. I should have listed in my book. Не надо было упомянуть в книге. Chapter 2. 2 глава 1 Петра. 1 Peter. Mm-hmm. Read from verse 4. С 4 стиха. Through verse 8. По 8. And pay attention to the collection of stones. И также обратите внимание на камни. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. So he uses stones. Он здесь использует камни в качестве примера. And he says in verse 4, и в 4 стихе он говорит, that we are the believers, что мы, верующие, the church, церковь, is a building built являемся зданием, построенным from living stones. Из живых камней. Right? Да. How can he do that? Как это можно сделать? Well, he collects the passages that deal with stones. Ну, он пособирал разные отрывки, которые говорят о камнях. And he makes a connection between these passages. И провел взаимосвязь между этими отрывками. And his idea that the believers are living stones. И его идея такая, что верующие являются живыми камнями. So let's follow through his logic. Давайте дальше посмотрим, какая у него логика. Yeah. We are a building built from living stones. Что мы здание, построенное из живых камней. A spiritual house. Духовный дом. A holy priesthood. Царственное священство. To offer up spiritual sacrifices, чтобы приносить духовные жертвы, acceptable to God through Yeshua HaMashiach, приемлемые для Бога через Иешуа Хамашиаха. And then verse 6, и затем в 6 стихе, therefore it is also contained in the scriptures. Till now, verse 4 and 5, he doesn't mention any scriptures. И в 4-5 стихе он никакой ссылки не делает на места Писания. He makes a rule. Он делает правила. Now he's going to go to the scriptures to prove that his rule is right. И теперь в 6 стихе он обращается к Писанию, чтобы доказать, что это правило правильное. By associating the texts that deal with stones. Тем, что проводит ассоциацию, либо ассоциирует все стихи, где говорится о камнях. Okay, so he starts. Поэтому он начинает. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect and precious. Вот я полагаю, все они камень краеугольный, избранный, драгоценный. A living stone. Живой камень. I lay down a chief cornerstone. И живые камни, и камень краеугольный. No, there is no живой камень in the text that he's quoting. И вот в этом тексте, который он цитирует, там нет названия живой камень, краеугольный. It's from Isaiah 28. Это взято из Исаия 28 главы.
How does he know that it's talking about a person and not a stone? Откуда он знает, что здесь говорится о человеке, а не о камне? He is associating it. Это он проводит ассоциацию. With Isaiah. С Исаией. Because in Isaiah it says, "He who believes in Him, in Him." Потому что в Исаии говорится, что тот, кто поверит в него, by no means will be put to shame. Не постыдится. Верующий в него не постыдится. So the stone is a stone that you can believe in. Поэтому камень — это тот камень, в который вы можете верить. And if you believe in him, if you are faithful to him, если вы верите в камень, если будете верны камню, тогда вы не постыдитесь. However, if you are not faithful to him, однако, если вы не верны с камню, it will fall on you and crush you. Тогда камень упадет на вас и раздавит вас. That's the context in Isaiah. Это контекст Исаии. He's connecting the two. Он взаимосвязь приводит между двумя. This is stone and this is stone, therefore the rule from one applies to the other. Можно сказать, это камень и это камни, поэтому правило для одних подходит для одного, подходит для других. If you believe in the stone, если вы верите в камень, in Yeshua, в Ишуа, yeah, then you will not be put to shame. Тогда вы не постыдитесь. And if you don't believe, если вы не верите, the stone will fall on you and crush you. Тогда камень упадет на вас и раздавит вас. That's the context of Isaiah. He's connecting the two contexts. Это контекст из Исаии. Он взаимосвязывает эти два контекста. Therefore, to you who believe, he is precious. И потом, он для вас, верующих, драгоценность. But to those who disbelieve, а для неверующих, what happens? Что происходит с ними? The stone that the builders rejected, который отвергли строители, has become the chief cornerstone. Камень становится главой угла. Taken from Psalm 118. Это взято из 117. Это взято из 117-го псалма. А да, по-русски 117. Ага. По-еврейски 118. Или из 118-го иврите. He's building this case by associating the words, not by taking the context. Можно сказать, это дело он предоставляет, или этот контекст, то, что берет, основывает это все на стих, на словах камень, где везде камень говорится, но не на контексте. So that's a very interesting method. Поэтому это очень интересный метод. Very rabbinical method. Очень раввинистический метод. And the New Testament is full of it. И в Новом Завете очень много таких. I can list you 20, 30, 40 мест. Places that the New Testament does that. До 40 мест я могу таких вам показать в Новом Завете. Because the New Testament is a Jewish book. Потому что Новый Завет — еврейская книга. It was written by people that were raised in the rabbinical world. И написано людьми, выросшими в раввинистическом мире. And you can't understand it. И вы не можете понять ее. At least not in depth. По крайней мере, не во всей глубине. Without looking at it through the eyes of the first century Jewish world. Если только не посмотрите глазами первого века еврейского мира. Rabbinical world. Раввинистического мира первого века. And when you look at it this way, you understand, oh, I understand now why we are called living stones. Только так вы посмотрите, скажете: "О, теперь я понимаю, почему мы названы живыми камнями." Do you understand? Понимаете? As believers, we are called living stones. Как верующие, мы названы живыми камнями. Because we are based on the foundation. Потому что мы основываемся на основании. Of that stone. Этого одного камня. Which the builders rejected. Которые отвергли строители. It doesn't say that it's the Messiah. Там не сказано, что это Мессия. Yeah. He is making connections. И он проводит только связи, взаимосвязи. What is the connection of the builders rejecting and the stone? What else is it connected to? С чем еще взаимосвязано это место, где строители отвергли камень? Even without words. Даже без слов. Very important chapter, messianic chapter. Очень важная глава мессианская. С какой главой связана?
Isaiah 53. Ісая 53 главой. Right? Да. Rejected, despised by men. Отверженный, презренный людьми. Remember Isaiah 53? Помните Исаия 53 главу? Open, read a little bit the first verses of Isaiah 53. Just so you see how the connection is made. Только откройте и прочтите. И посмотрите, как этот мидраш, как эта взаимосвязь работает. This is the mechanics of the midrash. Можно сказать, это механика мидраш, или же как она действует. Он был презрен и умолен перед людьми. Keep reading. Муж скорбей, изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. You see? So the stone that the builders rejected. Видите, что строители отвергли камень. Connects Isaiah 53. The suffering of the Messiah, the rejection of the Messiah. Взаимосвязано с отвержением Мессии, страданием Мессии. With the cornerstone. With the cornerstone. Взаимосвязано это с краеугольным камнем. Yeah. With the salvation. Взаимосвязано со спасением. With the Savior, I should say. Даже взаимосвязано со Спасителем. Because the stone that the builder rejected became the chief cornerstone. Потому что отверженный камень стал главным камнем, краеугольным. So all of these things are connected by associating the words. Можно сказать, все эти стихи взаимосвязаны посредством ассоциации слова. That's Gzerashava. Вот это есть Gzerashava. And we, even in the modern world. И даже в современном мире. We associate. Мы ассоциируем, проводим ассоциации. Not Greek logic, Jewish logic. Не греческой логикой, а еврейской логикой. We associate things. Мы ассоциируем некоторые вещи. We connect them in our mind. Взаимосвязываем эти вещи в своем разуме. We don't have. Nobody has to tell us. Никто не обязан нам говорить. We automatically relate things that we know with other things that we know. Мы уже автоматически связываем то, что узнали, с тем, что уже раньше знали. And we do it all the time. И мы это делаем постоянно. We do it when we hear a song. Мы делаем это, когда песню слышим. I hear some old song that I heard when I was young. Слышу некоторые старые песни, когда еще был молодым. When I was falling in love with my wife. Когда я влюбился в свою жену. Nobody has to tell me anything. Никто не должен мне говорить чего-то. Automatically that song brings my memory. Автоматично с помощью этой песни всплывают мои воспоминания. To the times that we heard the song together with my wife when we were young. И к тому времени возвращаюсь, когда мы вместе слушали эту песню еще. It's association. Молодости. Это есть ассоциация. Это ассоциация. Это не логика. And that's what we have here in Gzerashava. It is association. То же самое с этим методом Gzerashava. Это есть ассоциация. The word milk. Слово молоко. Takes my memory immediately to the land of milk and honey. Сразу же у меня ассоциация возникает с землей, молоком, с молоком и медом, текущим молоком и медом. The word Madonna. Слово Мадонна. Yeah, is not taking me to Kabbalah. Я не вспоминаю Каббалу. Yeah, it's taking me to the Madonna and Child, the statue that I saw in Rome many years ago. Сразу же у меня ассоциация. The Pietà. Статуя Мадонны ребенка в Риме, который я много лет назад увидел. Because that's where my mind associates with. Потому что в моем разуме такая ассоциация происходит. And so the text of the New Testament. Так же самое и с текстами Нового Завета. Uses this method. Эти все тексты пользуются этим методом. And associates things that should not be normally logically associated. И ассоциирует такие вещи, которые логично невозможно ассоциировать. For example, we are in Peter. Например, взять 1 Peter 2. 1 Петра 2 главу. He says about the Gentiles. Где говорится о язычниках. And he says that they are
a holy nation, a chosen people, a chosen verse 9. 9 стих. Yeah. But you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim and praise him who called you out of darkness into his marvelous light. Но ви род избраний, царственное священство, народ святой, люди взяті в дел, дабы возвещать совершенство призвавши вас из тьмы в чудный свой свет. It's about Gentiles. It's about Gentiles. Этот стих говорит о язычниках. It's about the church. Говорит о церкви. Yeah. How can he do that? Как он это делает? Well, he's associating logically by Gzerashava. Ну, он ассоциирует логически посредством Gzerashava. The promise that was given to the Jewish people in Mount Sinai. Обетование, которое было дано евреям на горе Синай. With the Gentiles. С язычниками. Who have been sanctified, которые стали освященными, washed, омытыми, by the blood of Yeshua, через кровь Иешуа, by baptism, через крещение, yeah, and have become a part of the building of God's people, и стали частью, they have become living stones, стали частью строения, частью Божьего yeah. народа, живыми камнями. And therefore he can apply to them the same rule that applies to the people of Israel. И поэтому к ним он применяет то же самое правило, что и к народу израильскому. How can he do that? Как же он это делает? It can only be done from the Hebrew, not from Russian, not from Greek. Только это возможно сделать с помощью, ну, на иврите, а не на русском, не на греческом. Саша, Алекс, write something on the board. Напиши на доске. Write Evan. Aleph, Bet, Nun. Aleph, Bet, Nun. Okay, Nun Sofit, final Nun. Evan, like this. All right? That's stone. Это значит камень. Evan. Right? That's a stone. Evan is coming. Evan это камень. Now take out the Aleph. Теперь убери Aleph. Becomes Ben. Становится Ben. Do you understand how he did it? How did Peter do it? Ви поняли, that he associated как Петр from это сделал? The stone из камня сделал, провел ассоциацию, and made the Gentiles sons of God. И язычников сделал сыновьями Бога. He took out the Aleph. Он забрал Aleph. He took out the Aleph, it became Ben, son. Он убрал Алиф, и получился Бен, сын. And so now they are from the stone, the cornerstone, they became living stones. И теперь из краеугольных камней они стали живыми камнями. And the living stones became sons of God. Живые камни стали сыновьями Бога. And sons of God became holy priesthood. И сыновья Бога стали царственным священством. That logical development by association. Такая логика возможна только с помощью ассоциаций. That's Gzerashava. Вот это Gzerashava. Classic case of Gzerashava. Классический пример Gzerashava. Because it's written stone here, it's written stone there, it's written stone in Isaiah, it's Потому written stone in Psalms. Камни написано здесь, а камни написано там, еще там о камнях. He collects all the places. Он собирает все стихи из разных мест. And makes a beautiful midrash. И делает красивый мидраш. Paul does the same thing in Павел Romans with the same text. Сам делает в Римлянам с тем же с таким же текстом. And not only Paul. Но и не только Павел. The Dead Sea Scrolls use the exact same text to talk about the same stones with application to them. В свитках Мертвого моря тоже используются такие же стихи, такие же примеры. Because they're all living in the same world. Потому что все они жили в том же мире. They're influenced by the same influences, culture. И на них влияла та же самая культура. And they all use the same methods. И все они пользовались теми же самыми методами. Just like today, we're not living in a vacuum. Так же, как и в наши дни, мы не живем в вакууме. Yeah. We are all influenced by the evangelical community. На нас всех влияет евангельское сообщество. And by the Jewish community. И еврейское сообщество. Yeah. And we
react і ми реагуємо within the culture of time and place that we are found here. Внутрі тої культури, місця і времени, де ми заключені. And we cannot separate ourselves. І ми не можемо ділитися. If we try to separate ourselves, якщо ми намагаємося ділитися, we become a sect. Ми станемо сектою. And we don't want messianic Judaism to become a sect. І ми не хочемо, щоб месіанський іудаїзм становився сектою. That's why we have to be open and friendly and associate and cooperate and work together. Ми повинні дружественными, кооперироваться, работать вместе, строить. With one hand to the Jewish community. Одной рукой с еврейским сообществом. The other hand to the evangelical community. А второй рукой с евангельским сообществом. And it should not cause us such strain. It's wonderful. Yeah. Okay. Any questions about Gzera Shava? It's a little bit complicated, but I hope that по поводу Gzera Shava we demonstrated. Вопросы. Надеюсь, что понятно было, хотя это сложно. Do you understand Gzera Shava? Поняли, что такое Gzera Shava? Wherever there is the same text, всякий раз, когда встречаются the same words, те же самые слова, те же самые словосочетания, текст, also associates the context. Также ассоциируется и контекст. Even though at first sight it may not look close. Хотя с первого взгляда может быть это разное, не быть похожим. I did Gzera Shava yesterday. Now I remember. Теперь я вспомнил, что вчера я привел Gzera Shava. I said that everywhere it says after these things. И когда я сказал, что после всех этих происшествий. Это когда используется это слово после всех происшествий наступает это проходит после испытаний от Бога. Do you remember this? Помните этот пример? Да. 15-22 глава и много других мест. Many places. Во многих местах. Every place that it says. И в каждом месте, где говорится. After these things. После всех этих происшествий. Expect a very serious test from God. Ожидайте серьезное испытание от Бога. Скажи еще раз, я не слушаю хорошо. Нагорная проповедь, пятая глава. Там говорится, вы соль земли. И вы свет миру. Это тот же метод? Yes. It is Gzera Shava, but most Christians don't realize it. Это Gzera Shava, но большинство христиан не осознают этого. And almost all the texts, all the teachings in the chapter 5 are based on Gzera Shava. Все учение в пятой главе Матфея основывается на Gzera Shava. Almost all the teachings in chapter 5 are based on Gzera Shava. Почти вся пятая глава. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Например, око за око и зуб за зуб. It's based on Gzera Shava. Основывается на Gzera Shava. Because there is two places in the Torah. Потому что в Торе есть два места. That say an eye for an eye and a tooth for a tooth. Где сказано око за око и зуб за зуб. And the context is completely different between the two. И контекст абсолютно разный в этих случаях. И то, что Иешуа делает. He strikes one place against the other. Он ударяет одним местом о другое место, о стих, одним стихом о другой стих. And brings in a third truth, another truth. By comparing the two texts. И так он выводит новую истину только посредством сравнения Gzera Shava. Because in one place in Leviticus it says a tooth for a tooth, an eye for an eye. Really, go out and take his eye. Потому что в Левитам там говорится око за око, зуб за зуб. На самом деле ты должен пойти и выбить ему глаз. That's the implication of Leviticus. Это в Левитам такое значение этого стиха. But in Exodus 23. В исход 23 главе it says pay money. Сказано заплати деньги.
Yeah, in other words, if you take somebody's eye, другими словами, если возьмешь, you have to pay the price of the eye. Кому-то выбьешь глаз, то ты должен возместить ущерб финансами. You don't have a right to charge him more than an eye is worth. Что ты не имеешь права назначить большую цену за глаз, чем он того стоит. From this, Yeshua is learning. И на основании этого associating the two texts that say an eye for an eye, ассоциирует два этих стиха, где говорится глаз за глаз. He is learning that you don't have to take the eye out. Он учит тому, что вы не должны забирать чей-то глаз. When it is a case of embarrassment, you don't have to take the eye out, you have to, you know, not be embarrassed. Why embarrassed? It's not a case of mutilation. Yeshua is not dealing with a case of mutilation. Of actually taking the eye out. Yeshua не рассматривает дело членовредительства, это что нужно на самом деле глаз кому-то выбить. He's dealing with a case where somebody comes to make you ashamed, make you embarrassed. Но когда кто-то приходит к вам, хочет вас как-то смутить, пристыдить, then your reaction should be, тогда ваша реакция должна быть такой. Not to embarrass him back, not to hit him back. Не выбить ему глаз в ответ. But to show him that you are stronger than he is. Но показать этому человеку, что вы сильнее, чем он. And that his intention is not working. И что его намерение не оправдается, не воплотится. By being obstinate and saying, you know, I can take it again. То есть, другими словами, вы упрямы, вы упорны, вы скажете, да я могу это вынести даже второй раз. That's the point of Yeshua's teaching. And he's learning that from Gzera Shava of the two texts. И вот что он пытается донести. Он взял это из двух стихов, из противоречия, которое там возникает. Тоже относится к случаю с прелюбодеянием. Тот, кто посмотрит на женщину, уже совершил прелюбодеяние в своем сердце. Where does Yeshua learn this from? Откуда Иешуа это узнал? By Gzera Shava. Через Gzera Shava. Because you have in the Ten Commandments. Потому что в десяти заповедях есть. Don't commit adultery. Не прелюбодействуй. But then you have in the book of Deuteronomy. И еще во Второзаконии есть стих. That they commit adultery with their eyes and with their heart. Есть стих, который говорит, они прелюбодействовали в своем сердце и глазами. So how can you commit adultery with your eyes and with your heart? Поэтому как же можно прелюбодействовать сердцем и глазами? It must not be that also thou shalt not commit adultery is only the consummation of the act. Таким образом, прелюбодеяние это не сам половой акт. You've got several texts. Потому что есть несколько отрывков, несколько стихов. That say don't commit adultery. В которых говорится не прелюбодействуй. One says in the Ten Commandments don't commit adultery. В десяти заповедях говорится не прелюбодействуй. And some rabbis say. И некоторые раввины говорят. You can do everything except actually having a sexual act. И раввины говорят, вы можете делать все, что угодно, кроме самого полового акта. Like Clinton, you know, he said, I didn't have sex with this woman. Как Клинтон говорит, у меня не было секса с этой женщиной. Yeah. Because for him, sex потому что для него was only actual intercourse. Потому что для него это только, в принципе, сам акт. But но for Yeshua, для Иешуа, because it says, don't commit adultery. Поскольку говорит, сказано не прелюбодействуй in the Ten Commandments. В десяти заповедях. But it also says don't commit adultery with your eyes and with your heart. Но есть еще другой стих, где говорится не прелюбодействуй глазами He и сердцем. He associates the two passages together. Он проводит ассоциацию между теми двумя стихами. And he learns и учит, by association. И учится из-за этих ассоциаций. That don't commit adultery doesn't mean only
the consummation of the act, it means also looking and thinking in your heart. Он говорит, что само прелюбодеяние – это не только сам физический акт, но это мысли, это в сердце. Do you understand what you mean? I mean, понимаете, in other words, что я имею в виду? By associating посредством two places, ассоциации двух стихов, он это говорит. That have the word adultery. И в обоих этих стихах есть слово прелюбодеяние. He applies the context of the one, он применяет контекст also to the other. Контекст одного стиха, контекст у другого стиха. That's Gzerashava. Вот это Gzerashava. Is that make it clear? Это ясно теперь? Okay. Let's think of an example in the church. Давайте today. Подумаем о примере церковном или из церкви. Can somebody think of an example in the church today? Кто-то может дать церковный пример Gzerashava? Maybe taking the collection. Может быть, сбор пожертвований. The money. Денег. Yeah. There is nowhere in the New Testament commanded to take tithe, to take 10%. В Новом Завете нет такой заповеди собирать 10%, собирать десятину. Is there? Разве есть такая заповедь? No. Нету. So why are all the churches teaching to give the desetina? Почему тогда вся церковь учит давать десятину? Gzerashava. Gzerashava. That was the house of the Lord, and this is the house of the Lord. Это был дом Божий и это дом Божий. То был дом Божий и это дом Божий. If in the days of Moses the house of the Lord, the Levites could collect. Если the tithe, в одни Моисея левиты могли брать десятину, то теперь мы в современном доме Божьем. And we are the modern Levites, и мы servants of God, современные левиты, служители Бога, пастора. Therefore we are поэтому permitted to take tithe. Нам разрешено брать десятину. Yeah. Do you understand the logic? Понимаете логику? That's Gzerashava. Вот это Gzerashava. That's a midrash. Это мидраш. There's no commandment. Нет заповеди. But we make an necessary inference that we talked about earlier. Как мы раньше сказали, мы сделали эту дедукцию или ссылку. Yeah, necessary deduction. Необходимая ссылка, ссылание или необходимая дедукция. By using Gzerashava. Посредством Gzerashava. And associating this house of God with this house of God. И ассоциируя тот дом Божий с этим домом Божьим. That's midrash. Это мидраш. Many pastors don't know that they're using midrash. Многие пастора не знают, что они мидрашом пользуются. They don't know that they're actually following rabbinical thinking. Они не знают, что они в раввинистическом образу мышления следуют. Okay, any questions? Какие-то вопросы есть? I will open up now because I will leave some things for tomorrow. We have several more things for tomorrow, but I want to give you a chance today. Tomorrow I will probably be in a hurry. Сегодня хочу вам шанс, потому что завтра, возможно, буду торопиться. Stay around too long. I have to leave fairly early. И долго у меня здесь не будет. I have to be at 3 o'clock at the airport. 3 часа мне надо быть в аэропорту. At the latest, preferably 2:30. Это самое позже, когда мы там будем. В общинах есть такой порядок, что к причастию может готовить только служитель. Это тоже Gzerashava или на чем это построено? Построено на католическая или ортодоксная традиция. Может ли женщина в мессианской общине приготавливать причастие? Женщина-человек. Может ли женщина приготавливать причастие? Нет, с точки зрения Иисуса. Слушай, нету сакраменты в Новый Завет. И нету сакраменты в Библии. Сакрамент – это христианская, греческая традиция. В Библии, в Новом Завете нету таинств. Таинство – это греческая традиция.
католическая традиция. The church took it in order to control the people. Церковь приняла эту традицию для того, чтобы контролировать людей. There is no priesthood in the New Testament. В Новом Завете нету священников. Every believer is a priest. Каждый верующий является священством. Jew or Gentile. Еврей либо не еврей. We just read it in 1 Peter 2. Мы только что это прошли, 1 Петра, 2 глава. There is no priesthood, there is no status. Нету священства, нету статуса. The greatest among you is the one who serves everyone. Величайший из вас тот, который служит всем. And I am sad to say. Мне грустно это говорить. That even in the evangelical world. Что даже в евангельском мире. The pastors, the bigger the pastors, чем выше пастор, чем больше пастор, the farther away they are from God. Тем дальше они от Бога. I'm saying this because I know most of the big ones. Я это говорю, потому что я знаю очень много больших пасторов. Including Yanggi Cho, в том числе Yanggi Cho, некоторых его друзей. They go away from God. Они уходят от Бога. Because they set themselves up as high priests, as kings, as lords. Поскольку они сами поставили себя на место священника, Господа, царя. And any time leaders. И всякий раз, когда лидеры elevate themselves above the public, поднимают себя над общественностью или над обществом, they are making a very big mistake. То так они совершают большую ошибку. The leaders need to be humble. Лидеры commanded to be humble. Должны быть смиренными. Это заповедь такая. Commanded not to lord it over the congregation. Им дана заповедь, заповедана не господствовать над общиной. To serve everybody with humility. Служить всем в смирении. Now, there is no rules in the New Testament. И в Новом Завете нету правил. Of who can baptize? В отношении того, кто может крестить. Anybody can baptize. Всякий может крестить. A man can baptize a woman. Мужчина может крестить женщину. Женщина может крестить мужчину. There is no such a rule in the New Testament. В Новом Завете нет такого правила. The same thing is true with the Lord's Supper. Тоже относится и к вечере Господней. I'll tell you a funny story. I could show you pictures if I have my computer here. Если бы у меня был компьютер, я бы показал вам фотографии. We receive support from many Lutheran churches in Finland. В Финляндии, получается, финансы нам передала лютеранская церковь, многие лютеранских церквей. And one Lutheran church that has supported us for many years. И одна лютеранская церковь многие годы нам уже финансы отчисляет. Finally, поддержка. Invited me when I'm in Finland to visit them to speak on Sunday morning. И наконец-то они пригласили меня, чтобы я приехала и проповедовала у них в воскресенье. But I didn't know. Лютеранской церкви, но я не знал. That the pastor of that church. Что пастор той церкви? Was a woman. Была женщина. But she was not only a woman. Она была не только женщина. She was a lesbian. Она была лесбиянкой. And not only was she was a lesbian. Не только лесбиянкой. Her partner was also one of the priests of that church. Её партнёрша это одна из священников той церкви. And everybody knew that they were lesbians. Все знали, что это лесбиянки. It wasn't a secret. Это не был секрет. Скандинавия. Скандинавия. And so when I came to the church. Поэтому когда я приехал в ту церковь. And I went to her office. Я зашел к ней в офис. And she told me that she is a lesbian and this is my. Говорит, я лесбиянка, и это моя. My girlfriend. Моя подружка. I was in shock. Я был в шоке. And I didn't want to serve in that church. Я не хотел служить в той церкви. But because they support Nativia. Но поскольку они financially поддерживали Нативию финансово. I didn't want to embarrass them publicly and just walk away. Я не хотел их публично, ну, обидеть и просто так уйти. But I said to myself. Но я сказал себе.
I will put on all the protection that I can have. Я одену всю защиту, которая только у меня есть. So I put on my kippah. Я одел свою кипу. My tefillin. Мой тфилин. My talit. Мой талит. To be protected from the spirit of that place. Чтобы быть защищенным от духов того места. And of course they put on their Lutheran robes, you know, they like Catholics, they have robes. И конечно, это как католики, у них есть своя форма для священников. Они свою форму одели. Here I was preaching with my tefillin, my kippah, my talit, everything. И вот я проповедовал все там, одетый в тфилин, талит. That was not the end of it. Но на этом не было конец. It came time to serve communion. Потому что подошло время причастия. And she asked me, и она попросила меня, to serve communion together with the two of them. Чтобы я присоединился к ней и к ее подружке, как бы проводить это причастие. So here I was, и вот я стою between two lesbian priests, между двумя лесбиянками-священниками, having to serve communion. И должен проводить причастие. It was кошмар, that's right. It was horrible. Это ужас был. But I didn't have a choice. У меня не было выбора. Yeah. Because I didn't want to be an embarrassment to them or to myself. Потому что я не хотела их смутить. So in the end, what did I do? Потому что я сделал в конце? I took the job of filling all the cups. Что я сделал? Я you have to fill from a big thing to fill the little cups. Наполнил эти чашечки маленькие. And I didn't serve communion to anyone. И я никому. I only filled the cups. Я только налил в чашечки, но ничего не делал, я не проводил причастие. But it was a terrible embarrassment. Но это было ужасное смущение. The New Testament doesn't say who is allowed, who is not allowed to serve communion. В Новом Завете не говорится, кто может проводить причастие, кто не может проводить причастие. So anyone who is a believer. Поэтому всякий, кто есть верующий, child, ребенок, that is baptized, который крещен, adult, взрослый, young or old, or man or молодой, woman, пожилой, старый, can all serve communion. Мужчина, женщина могут проводить причастие, преподавать. Because there's no rule, there is no such a, you know, it's a Baptist tradition that they inherited from the Catholic Church. Поскольку нет такого правила, это как баптистская традиция, унаследована от католической церкви. And many churches in America are fighting over it. И многие церкви в Америке борются из-за этого. And it's a total nonsense. И это абсолютный нонсенс. Yeah, it's a total nonsense. Это нонсенс. In a Jewish congregation, Orthodox Jewish synagogue. В ортодоксальной еврейской синагоге. There's no reason why the women cannot fix Melave Malka or the meal or the refreshments or anything else. The women should be in the kitchen and fixing the food and doing the work, and if they're in the kitchen fixing it, there's no reason why they cannot be in the front giving it to the people. Orthodox Messianic or what? Do you understand what I mean? They fix it in the back. Why can't they give it to the front? Можно сказать, что как ортодоксальная община или синагоги, они женщины, как готовят еду там на кухне, они это делают скрыто. Так почему, если они делают скрыто, они не могут это делать публично? They bake the matzah in many Baptist congregations. Мацу делают даже в баптистских общинах. Используют мацу, пекут женщины. So that's my opinion. Это мое мнение. Yeah. You already asked. Let's give this man. He's been quiet there with the hat. What? Did you have desire to rebuke them, those two women, lesbian women? And believe me, I did. You did? Yes, I did. Privately. Я это сделал лично. Privately, I rebuked them very strongly. Лично я очень сильно им сказал это. But it doesn't do any good. Но это никак не помогло. When people decide to sin, когда люди решают, принимают решение согрешать, they will find a thousand excuses. Они найдут тысячу причин, извинений. That they logically feel that they're right. И логически они чувствуют, что они правы.
Because there is, for example, they said there is no such a command in the Bible. Against men there is, but against women there isn't. Они говорят, что в Библии нет такой заповеди против мужчин. Есть против мужчина мужчина, но есть, но нету женщина женщина. Нету такого запрета. It's a big problem. Поэтому это большая проблема. Yeah. Any other? You had a question. Yeah. Yeah, you can make a gzera shava from the same, exactly the same thing. Да, ты можешь gzera shava сделать. You can make a gzera shava. Основание этих двух отрывков стихов. Yes. Можно. Можно ли в мессианских общинах использовать символ креста? Для баннеров или носить на себе как символ христианства. I don't see any problem with it. Я не вижу никакой проблемы в этом. A messianic congregation first and foremost. Мессианская община во-первых и has to have Yeshua at the very center of its existence. Должна сделать так, чтобы Иешуа была центром сути этой общины. Congregations that don't have Yeshua at the center. Общины, в которых Иешуа не является центром. In the end, what happens? Что в конце происходит? People start becoming more and more Jewish. Люди начинают становиться более и более еврейскими. Jewishness becomes more and more important. Еврейство становится больше и больше важным. Yeshua is pushed more and more aside. Иешуа больше и больше отодвигается в сторону. And in the end, they say, "Well, why should we have a half-baked Jewish congregation when we can go to the Orthodox church synagogue and become Orthodox, become fully Jewish. If Judaism is that important, let's become Jewish." Можно сказать, если доходит до такой кондиции, что они наполовину такие еврейские, что говорят, какая разница, мы можем пойти с таким же успехом в синагогу, полностью обратиться в иудаизм, и там уже будем полностью евреями. And I know that there's cases even in MGBI in Ukraine, in Odessa, знаю, что есть that happened. Случаи в MGBI, даже в Одессе, как так и происходило. Some of my students from Mayaki ended up in the synagogue. Некоторые из моих студентов, которые еще были в Маяках, они оказались в синагоге. He knows. Он знает. Yeah, we were in Mayaki together. Мы были в Маяках вместе. It's a very dangerous thing. Yeshua has to be at the very center. Это очень опасно, потому что we cannot be ashamed of Yeshua or of the cross. Иешуа должен быть в центре, мы не можем стыдиться Иешуа или креста. Yeah. That's my opinion. Это мое мнение. Говорят, что если евреи увидят крест в мессианской общине, то это сильно их смутит и отвратит. People can have their feelings hurt from anything. Люди могут быть обижены по любым поводам, по любому поводу. I had some very, very good teachers. У меня были некоторые очень-очень хорошие учителя везде. And one of my teachers. И один из моих учителей. Was world famous professor of New Testament. Был Orthodox Jew. Можно сказать, очень известный профессор Нового Завета, и он был ортодоксальным евреем. For 12 years I was a student. На протяжении 12 лет я был его студентом. One day there were a few of us believers in the lobby of the university. И в один день там было несколько наших нас верующих студентов в коридоре университета. And the door to the class was like this, very close to us. И дверь в класс была очень близко к нам. We were standing outside the class. Недалеко от нас, и мы стояли за классом в коридоре. And we were talking. И мы разговаривали друг с другом. And somebody asked. И кто-то спросил. If Professor David Flusser is a believer. Является ли Давид Флуссер верующим профессором? And somebody else said, no, he's not. He's an Orthodox Jew. Кто-то сказал, нет, он ортодоксальный еврей. But we didn't know that Professor Flusser was right behind us.
Но мы так и не видели, что не заметили, что Флусер, профессор Флусер стоял за нами. I mean, he heard what we said. И он услышал, что мы говорили. And he entered into the class. Out of class. No, into the class. We were outside, all of us were outside, and the class, the door was there. Мы за классом стояли, дверь рядом находится. So he came into the class. Он входит в класс. And screamed. И кричит. And he took the kippa, he threw it down to the ground. Снял кипу, бросил ее на пол. He spit on it. Начал плеваться на кипу. He said, "What do you want me to do?" И спрашивает, что вы хотите, чтобы я. In order to show you that I'm a believer. Что мне еще надо сделать, чтобы показать, что я верующий? You want me to stop being Jewish? Вы что хотите, чтобы я перестал быть евреем? Then he took the kippah, he laid down like a Muslim, started to say, "Allah, Allah, Rahman, Rahim." А потом он встал на колени, на пол, начал как мусульманин молиться: "Аллах, Аллах, Аллах." Then he went to the window, he spit on the window. Потом подошел к окну, начал плеваться из окна. Then he started wiping the window. И начал кипой махать из окна. 45 minutes he was in a rage. 45 минут он так буйствовал. Because sometimes believers потому что иногда верующие are so stupid. Настолько дураки. Yeah. And we measure и мы измеряем people's faith как бы человеческое лицо by their outside. И внешность измеряем. Yeah. Whether they have a kippah, they don't have a kippah, they have a tzitzit, носят кипу, не носят кипу, тзитзит, they wear a cross, they don't wear a cross. Носят крест, не носят крест. There are people like Madonna that wears a cross and I'm again David. А? You know? These symbols should not have any real meaning to us. Эти символы не должны какого-то такого особенного значения для нас нести. That's on the one hand. Это с одной стороны. On the other hand, а с другой стороны, we cannot be ashamed of them. Мы не можем стыдиться их. And we have to give people freedom. И мы должны дать людям свободу. To identify themselves, чтобы они себя отождествляли, as who they are, так как кем они являются. That's at least my opinion. По крайней мере, я так думаю. Gotta give people freedom to decide who they are and whatever they feel comfortable with. Людям свободу решить, кто они и как они себя чувствуют. Ну. And if somebody feels more comfortable with his cross, let him wear a cross. Чувствует себя удобно с крестом, пусть носит крест. If he feels more comfortable with an electric chair, let him wear an electric chair, a gold electric chair over here. It's okay. What is that? Huh? Chair, electric chair. Like the cross, the Romans used cross to execute. Yeah, but... the Americans used the electric chair to execute. Если римляне использовали крест в качестве казни, американцы используют электрический стул, тогда, если хотите, можете носить электрический стул. You understand what I mean? Вы понимаете, о чем я говорю? You wear whatever you wear. Носите, что носите. I wear my Star of David from the age of 13. Я ношу свою звезду Давида с 13 лет. My mother gave it to me for my bar mitzvah. Моя мама подарила на бар мицву эту звезду Давида, поэтому ношу. If it wasn't my mother that gave it to me in my bar mitzvah, I wouldn't wear anything. Если бы это не мама моя была, которая подарила, тогда бы я бы не носил ничего. I don't need it. Мне это не нужно. Yeah. Any other question? Еще какие-то вопросы? No questions. Нет вопросов. Till what time do we have? 10 minutes. Okay, well, if you have questions, fine. If not, I will release you. Поэтому есть вопросы, отвечу. Если нет, тогда свободны пока. Свободны.